Физкультфест объединил участников проекта «Активное долголетие» из Щелково, Фрязино и Звездного городка. Насыщенная программа включала мастер-классы по зумби, гимнастике цигун, дартсу и корнхоллу. Также все желающие могли поиграть в шахматы и настольный теннис. Участники фестиваля поделились своими впечатлениями. Это такая приятная энергетика, это такое здесь все доброжелательное отношение друг к другу. Мы получили такое удовольствие от всего, от танцев, особенно от цугуна, зарядились. Занимайтесь, приглашаем всех на физкультуру, и я советую всем приходить.